Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем изучать русский язык. Раздел «Выдающиеся личности». Тема сегодняшнего урока – неопределенная форма глагола. Сегодня на уроке вы продолжите работу с глаголами в неопределенной форме. Будете писать глаголы и обозначать в них суффиксы и приставки. Сможете определять типы текстов, описания, повествования по их особенностям. Давайте вспомним, что изучали мы на прошлом занятии. Для этого послушайте предложение, определите, какой частью речи являются выделенные слова, в какой форме они употреблены. Знаменитый оркестр решили назвать в честь Курмангазы. Во многих странах есть традиция воздвигать памятники выдающимся личностям. В течение всей жизни Майкл Фарадей продолжал изобретать что-то новое. Думаю, вы правильно назвали, что выделены слова – это глаголы, они употреблены в неопределенной форме. Итак, давайте вспомним, что такое неопределенная форма глагола. Глаголы, которые отвечают на вопросы «что делать» и «что сделать», стоят в начальной форме. Эта форма называется неопределенной, так как время – число и другие признаки глагола в ней не определяются. Например, что делать? Ходить. Что сделать? Сходить. Вы уже, наверное, поняли, что сегодня мы продолжим изучать неопределенную форму глагола. Давайте проверим, как ты умеешь употреблять эти глаголы. Поможет нам это сделать задание номер один. Запиши устойчивые словосочетания, фразеологизмы, поясняя с их помощью глаголов в начальной форме, используя слова для справок. Выдели суффиксы. Слова для справок. Отругать, обманывать, болтать, бездельничать. Можешь поставить видео на паузу, чтобы не спеша выполнить это задание. Я уверена, что вы отлично справились с этим заданием. Давайте проверим его. Молоть языком, нести вздор, значит болтать. Сидеть сложа руки, бить баклуши, значит бездельничать. Водить за нос, кривить душой, значит обманывать. Намылить шею, задать жару, значит отругать. Во всех этих глаголах вы выделили суффикс «те», который встречается только у глаголов неопределенной формы. Переходим ко второму заданию. А теперь узнаем, как образуются глаголы в неопределенной форме. Для этого от глаголов имен прилагательных и имен существительных образуй и запиши глаголы неопределенной формы. Не забывай, что ты можешь поставить видео на паузу и выполнить не спеша задание в тетради. Я знаю, ты справился с этим заданием. Проверь себя по ключу. Черный – чернеть. Помог – помогать. Зеленый – зеленеть. Крик – кричать. Полив – поливать. Свет – светать. Погрузка – погрузить. Корм – кормить. Спас – спасать. Сад – садить. Смотрю – смотреть, пение – петь, посадка – посадить. Ребята, вы молодцы! Мы с вами выполнили много разных заданий, а в следующем задании нужно будет определить тип текста, самим найти глаголы в тексте, записать их в неопределенной форме и выделить приставки. Послушайте текст. Александр Винокуров. С детства Александр увлекался ездой на велосипеде. В 10 лет он понял, что хочет посвятить этому жизнь. Он вошел в национальную сборную Казахстана по велоспорту. Винокуров завоевал немало побед. В 2012 году Александр выиграл золотую медаль на Олимпийских играх. Винокуров является примером того, что из простого парня можно сделать чемпиона. Главное – трудиться. Поставь видео на паузу и выполни это задание в тетради.
Замечательно. С этим непростым заданием ты без сомнения тоже справился. Давай проверим его. Тип текста – описание, потому что автор описывает медалиста Олимпийских игр Александра Винокурова. Ты выписал следующие глаголы. Увлекался – начальная форма – увлекаться. У глагола «понял» – неопределенная форма – понять. У глагола «хочет» – хотеть. Глагол «посвятить» употреблен в тексте в неопределенной форме. Вошел – войти. Приставка «во». Завоевал – завоевать. Приставка «за». Приставку «вы» ты выделил в глаголах «выиграл» – «выиграть». Для глагола «является» неопределенная форма будет «являться». «Сделать» и «трудиться» уже стоят в неопределенной форме. У глагола «сделать» приставка «с». Подведем итог уроку при помощи интересного задания. Составьте синквейн к словосочетанию «выдающаяся личность». Давайте вспомним, что такое синквейн. Первая строка – слово, обычно существительное, или словосочетание – тема синквейна. Вторая строка – два прилагательных к существительному. Третья строка – три глагола, рассказывающие о действии существительного. Четвертая строка – предложение, выражающее ваше отношение к существительному. Пятая строка – одно слово, существительное, синоним к первой строке. Я не сомневаюсь, что у тебя получился свой оригинальный синквейн, который ты можешь сравнить с моим и использовать его как образец. Выдающаяся личность, знаменитая, общеизвестная. Побеждать, увлекаться, достигать. Я хочу быть знаменитым человеком. Александр Винокуров. На этом наш урок закончен. До свидания.